Я начну резко. Существует определенная категория граждан. Извините меня за, может быть, определенный сленг, и, но это мое, мой термин, моя дефиниция. Да, я их называю дырявыми. Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены. Некоторые эти отверстия используют не по назначению, а некоторые действительно дыра в образовании, в воспитании, в интеллекте, в культуре, в конце концов. Что хоть и были такие известки, али вот, ну, люди не виноваты, не при чем, там хотя бы там пробачение попросить. Там. У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганов. Понятно? Раскаиваюсь за то, что причинил вред этому памятнику, сотрудникам милиции, потому что у этого памятника своя история.